Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите первую серию из цикла фильмов «Школа моими глазами». Некоторые моменты могут быть сильно утрированы. Приятного просмотра! Здравствуйте, ученики! Сейчас у нас труд, и домашним заданием было сделать какой-нибудь полезный самодельный предмет. Так, у кого нет давно оценок? А, Степочкин, к доске! Блин. Ладно, кое-что я подготовил. Надеюсь, хотя бы на пятерочку натянет. Так, Степочкин, что же ты сделал? Мой самодельный предмет называется урна с пропеллером. Ну и бред. Садись. Два. Но вы меня даже не выслушали. Ах, да. Я же на этой работе должна слушать учеников. Ну ладно, рассказывай. Эта урна с пропеллером очень нужна толстым или ленивым людям, которым лень самим ходить и выкидывать мусор, или которые просто не могут это сделать. Она сама будет летать и выкидывать мусор. А еще ее можно использовать в цирке для закатывания представлений клоунских. А еще ты должен назвать три пункта. Три пункта? Блин. Чтобы придумать. А еще ее можно использовать в армии. Например, ее можно заполнить мусором или взрывчаткой. Эта урна с пропеллером подлетит к врагам и сбросит мусор или взрывчатку им на головы. Мусор хорошо использовать против солдат, которые следят за своей внешностью. И также против каких-нибудь белоручек. А еще, когда уже враги будут знать, что это опасный предмет, то можно будет ее забронировать. И тогда их можно будет разводить на выстрелы. А патроны, между прочим, стоят денег. Хорошо, садись. Поставлю тебе 5 с минусом. Что? Да как вы смеете? 5 с минусом. Поставьте мне 5. Садись, я сказала. А то 4 влеплю. 4? 4? Да зачем вы вообще меня вызвали? Вы же знаете, у меня плохо с трудом. А ну прекрати истерику. Ну все. 4. Еще одно слово, и я тебе 3 поставлю. Три, говорите? Да? Ну все, училка, вы допрыгались. А я ведь вас предупреждал. И эта смерть будет на вашей совести. Стой! А что происходит? Я не так вижу школу. Ты олень. И давай, валим отсюда. По-быстрому и по-тихому. Пока ВПС не упекли, как свидетелей.
идешь? Да, да, я иду. Сейчас, только у меня ручка закатилась под парту. Хорошо, что лего-человечки не оставляют отпечатков. Моему папе это пригодится. Он как раз только что из зоны. Ты выход. А вы беспокоились, что охранник не выпустит? Фу! Что это за запах? Как от дешевого снотворного. Наверное, этим его напоили. Поэтому он спит. Тут заперто. Я знаю, где есть запасной выход. Ладно, наверное, немного жестко я с ней. Нужно будет извиниться, когда в себя придет. Так, а сейчас у меня есть дела поважнее. Диана! Верни мой пистолет! Это мамин! Мне нужно будет ей его вернуть! А то она мне таких люлей ставит! Странно. Я никогда не видел тут эту дверь. Интересно, что у нас за ней? Ну и мерзость. Нужно валить отсюда, пока меня не заметили. Нравится играть со смертью, да? Ну ничего, сейчас смерть сыграет с тобой. Девочки, вяжите его и несите на кухню. Сделаем из него супчик, а то завтра в столовой подать будет нечего. Ну, вот и запасной выход. Ну что, решил пораньше сбежать срока? Сейчас я тебе это устрою. Это был всего лишь сон. Дорогой, пора вставать. Сегодня твой второй день в новой школе. А, или не сон, что ли?